Ну, третье слагаемое безопасности в пути – это, конечно, качество дорог. И четверть дорог у нас ремонтируют с браком. Такие данные сегодня озвучили инженеры управления автомобильных дорог по краю, подводя итоги строительного сезона. Только 75% текущего ремонта красноярские подрядчики делают качественно, выполняя все требования и нормативы. Не помогает даже тот факт, что работу над ошибками дорожникам приходится делать за свой счет. При реконструкции и строительстве рабочие могут допускать недочеты разного масштаба, от некорректных знаков до серьезных проблем с качеством асфальта. Яркий пример – проспект Мира, где летом подрядчику пришлось полностью снять готовое покрытие на двух кварталах и уложить асфальт заново. По идее, такие подрядчики вообще впредь не должны иметь права выигрывать конкурсы и приступать к работам. Но не тут-то было. Есть небольшой нюанс, это по федеральному законодательству, который несколько ограничивает там наш пыл и страсть в том, чтобы полностью и отстранить такого недобропорядочного подрядчика. Но в любом случае, если подрядчик повторно появляется на объекте, я вам скажу, что лаборатория на этом объекте просто-напросто живет. К этому подрядчику просто усиленный эффект.